Казпочте 25 лет. Ровно четверть века назад была основана почтовая связь Казахстана. Областной филиал Казпочты отметил юбилей необычной акции. Все клиенты филиала в этот день стали частью теплого и очень доброго мероприятия. Подробности в нашем следующем материале. Батима Куатова воспитала 14 детей. Мать героиня, несмотря на свой преклонный возраст, раз в месяц сама приходит на почту. Говорит, что для нее отделение почты – это не только пункт выдачи пенсии, но и место, где ее всегда тепло встретят и поддержат любую беседу. И сегодня пенсионерка не удержалась и пустилась в пляс вместе с ансамблем бабушек. Я уже почти полвека получаю на почте пенсию. За последние два десятилетия почта росла на наших глазах. Здесь всегда тепло примут, объяснят, покажут. Спасибо за такое отношение к пенсионерам, ведь для нас главное внимание. За 25 лет Почта Казахстана обработала более 1 миллиарда почтовых отправлений. Протяженность маршрутов почтальонов за 25 лет равна 10 тысячам полетов на Луну или 2 полетам на Сатурн – 3,5 миллиарда километров. С развитием электронной коммерции количество посылок и маршрутов становится еще больше. Уже сегодня каждый час Казпочта принимает и отправляет более 3000 посылок. А к почтальонам на велосипедах и автомобилях присоединились дроны и роботы. День ото дня почта развивается, есть достижения. Население довольно работой этой службы. Хочется поздравить с юбилеем и поблагодарить всех работников Казпочты и ее ветеранов. Почта в становлении любого государства стратегическое значение. Наша страна, в том числе и наш регион, не исключение. Через все трудности, которые мы проходили в момент становления независимого Казахстана, Казпочта проходила вместе с нами, выполняла задачи повышенной сложности. Сегодня Казпочта имеет в своем арсенале более 250 видов услуг, начиная от стандартных почтовых услуг, заканчивая практически всеми видами деятельности банка второго уровня. Здесь уже давно можно оплатить штраф, комуслуги и даже получить кредит. Главное преимущество Казпочты – ее охват. На сегодня по области действует около 200 отделений. В целом вся задача, возлагаемая на почту, выполняется со знаком «плюс». Айгуль Аханова, Шыңғыс Абаев, Турихан Хожахметов, телеканал «Кызылорда».